Когда казахский народ, озверевший от нищеты, безнадеги, исключительной бездарности своей власти и ее воровства, начал побеждать на улицах, местный диктатор, уникальный врун и тоже почти елбасы Такаев, загласил на весь мир о том, что 20 тысяч иностранных террористов вторглись в страну, отрезали головы полицейским и изнасиловали генералов МВД и КГБ. Но 20 тысяч, на минуточку, это 40 батальонов. Из какого государства в Казахстан, незамеченные пограничниками, вошли 40 батальонов, Касым Жомарт не уточнил. Справочку от проктолога, удостоверяющую изнасилование генералов, он тоже не предъявил. С отрезанными головами тоже, как вы знаете, вышла заминка. Мир, для которого ситуация была очевидна, покрутил у виска. А вот Путин демонически ухмыльнулся и засвистал в два пальца. Спасая коллегу-диктатора, он собрал и вбросил в казахскую драму все послушные ему силы. Так называемое ОДКБ. Чуть позже я объясню, что это такое и что означает на самом деле это название. Интервенция ОДКБ состоялась. 40 батальонов террористов обнаружено не было. Не найдя батальоны, приступили к их немедленной ликвидации. Ну, чтобы не было ощущения, что впустую.